Привет! Большая распродажа уже началась и закончится завтра в 16:00 по московскому времени. И в честь этих скидок я покажу вам подборку самых покупаемых товаров на AliExpress в эти дни. Это будет небольшая часть товаров. И если вы еще что-то себе не купили, то что давно хотели, то поторопитесь. А еще в конце видео будет конкурс на $15. Условия очень простые. И одно из них — это посмотреть это видео до конца. Приятного просмотра! Очень полезным приобретением будет SSD-диск от проверенной компании за хорошую цену. Заменив свой обычный жесткий HDD-диск на SSD, вы намного ускорите производительность вашей системы в целом. SSD – это твердотелый накопитель данных, известный больше как флеш-накопитель, в котором нет движущихся элементов, таких как в обычном жестком диске, и все чтение и запись производится очень быстро. Основные преимущества SSD-накопителей – это скорость работы, устойчивость к механичным повреждениям и малое энергопотребление. Также SSD почти не нагревается, что благоприятно отображается на системе в целиком. Военный тактический рюкзак. Беспрецедентную глубину рисунка, асимметричность элементов и деталей, а также замечательный контраст камуфляжа оценят охотники, рыбаки и участники тактических игр. Рюкзак изготовлен на 100% из полиэстера с полиуретановым покрытием, водонепроницаемый, устойчивый к стиранию, износу, ультрафиолетовому излучению, прочный на разрыв. Удобство эксплуатации. Плечевые лямки анатомические, регулируются по высоте, боковые карманы есть. Объем рюкзака можно увеличить за счет дополнительного отдела на нижние застежки. В описании я оставил несколько ссылок на различные по вместительности и удобствам рюкзаки, так что переходите и смотрите. Классные часы-хронограф выходят в мир в полностью техническом образе. Стальной корпус с покрытием от царапин. Их спортивный вид усиливается до практически уникального вида посредством использования оригинального дизайна и люминесцентных часовых меток. Скелетонизированы даже часовая и минутная стрелки, на кончике которых также нанесен люминесцентный материал, что придает часам разборчивость наивысшей оценки, что довольно редко встречается в скелетонизированных моделях. Тренажер миостимулятор является эффективным миостимулятором для спортсменов и начинающих. Он подходит как парням, так и девушкам. Тренажер «Бабочка» предназначен для тренировки всех групп мышц и снятия боли в поясничной области. Станет хорошим решением, чтобы накачать мышцы. Тренажер, благодаря импульсам тока, прокачает мышцы тела. Он позволяет не только накачать пресс, а и избавиться от жировой прослойки. Принцип работы миостимуляторов заключается в подведении кратковременных импульсов электрического тока к человеческому телу. Интенсивность этих импульсов соответствует амплитуде в вольтах, устанавливает сам тренирующийся, начиная с минимальной и до такой величины, при которой уже импульсы ощущаются. Противоскользящие ремни с шипами на колеса обеспечивают улучшенную проходимость автомобиля при любых погодних условиях на бездорожье, сложных участках дорог со снегом, льдом, грязью, скользких подъемах или спусках. Подходит для внедорожников, микроавтобусов, легковых машин и легких грузовиков. Длина ремней 1060 мм с максимальным охватом 860 мм. Это позволяет монтировать их на большинство размеров шин. Ремни изготовлены из эластичного полиуретана, что позволяет использовать их при любых температурах. В отличие от цепей на колеса, ремни можно надевать на колесо, когда оно уже завязло в грязи или в снегу. Используются со всеми видами электронных систем безопасности автомобиля, не мешая их работе. Непромокаемые носки. Это недорогое и эффективное решение проблемы промокшей обуви ног в весенний или осенний период, а также зимой. Если ваши ботинки или сапоги насквозь промокнут, они станут отличной заменой сухой сменной обуви. Полиэстеровое волокно с активными добавками на основе серебра, которое вплетается непосредственно в нить ткани, а не наносится на ее поверхность. Благодаря своей структуре носки эффективно отводят влагу с поверхности кожи и тут же испаряют ее снаружи ткани, таким образом защищая организм от перегрева и оставляя кожу сухой. Тестер воды. Всем известно, что чистая питьевая вода – это залог крепкого здоровья. Мы не можем визуально определить, насколько чистой является вода, которую мы пьем. Чтобы определить качество воды, есть такой вот тестер от Xiaomi. Убедиться, что в вашей воде нет вредных или опасных примесей, при помощи тестера достаточно легко. Нужно включить тестер и опустить прибор в емкость с водой, после чего взболтнуть и подождать не более 3 секунд. TDS-тестер выводит данные о своей работе на небольшой экран. Экран монохромный, с довольно четким изображением. Результаты анализа появляются в течение 1-3 секунд.
Включение и выключение прибора осуществляется нажатием одной единственной кнопки. Работает на двух миниатюрных батарейках довольно длительное время. Недорогой озонатор. Он прекрасно подходит для обеззараживания воздуха в помещении до 20 квадратных метров. Также отлично устраняет бытовые запахи различного происхождения – табака, пищи, запах животных и так далее. Отличные средства для дезодорирования комнаты, кухни, туалета. Данный бытовой озонатор вырабатывает среднее количество озона, поэтому рядом с ним можно находиться безопасно. Он имеет таймер работы 10-20-30 минут и включение цикличной работы от 1 до 12 часов. То есть, например, можно выставить время работы 20 минут каждые 2 часа. Лучшее средство для борьбы с неприятным запахом в доме и эффективный способ избавиться от вирусов и бактерий в воздухе, поскольку озон является лучшим дезинфектором. Полностью автоматическая работа озонатора требует только включить его в розетку и один раз настроить время работы и цикличность включения. Универсальный адаптер с USB-зарядкой. В путешествиях по ближнему зарубежью проблем со совместимостью розеток возникнуть не должно, но если вы заберетесь подальше, то без такого адаптера вам просто не обойтись. Помимо того, что он позволяет без проблем подключить ваше устройство в любой стране мира, вы также получите USB-зарядку на два порта. В комплекте есть мешочек для перевозки. Адаптер позволит легко подсоединить к сети ноутбук, мобильный телефон, смартфон, плеер, цифровой аппарат и многое другое. Разъем переходника рассчитан на следующие типы розеток: А. Япония, Америка, С. Европа и Россия, Г. Англия, И. Австралия и Новая Зеландия. Смеситель с водонагревателем. Проточный водонагреватель представляет собой устройство для подогрева воды, которое устанавливается непосредственно на кран. Водонагреватель-насадка на кран не предусматривает наличие накопительного бака для воды. Принцип его работы достаточно прост. Вода из крана попадает в специальный цилиндр, ТЭН, и мгновенно нагревается. Температура нагрева воды в таком водонагревателе может регулироваться путем изменения напора. Для снижения температуры напор воды нужно убавить, а для увеличения наоборот повысить. Температура в данной модели отображается во встроенном дисплее. Мощность от 2 до 3 кВт в зависимости от температуры воды. Питание 220 вольт. Неубиваемый смартфон, который был у меня на обзоре, Dugi S55. Телефон обладает IP68 защитой и при этом не лишен красивого дизайна. Вряд ли кому-то не понравится двойная камера, сканер отпечатков пальцев и органичное совмещение металла и поликарбоната. Также сложно прибраться к яркому контрастному OGS-дисплею. При диагонали экрана 5,5 дюймов разрешением в 1440 на 720 пикселей обеспечит еще и четкость картинки. Стандартные для этого ценового сегмента технические характеристики в виде процессора MediaTek MT6750T, 4 ГБ ОЗУ и видеокарта-адаптер Mali-T860MP2 все еще хорошо справляются с большинством требовательных приложений. Для их хранения выделены карта памяти на 64 ГБ, а если вам этого будет мало, то есть слот microSD. Пара основных 13,8-мегапиксельных сенсоров вместе с 5-мегапиксельной фронтальной фотокамерой выручат при необходимости запечатлеть даже динамические события. Емкая батарея в 5500 мАч гарантирует долгую работу при активном использовании. Новейший Android 8.0 LTE от LG, доступная цена и неубиваемость – вот его достоинство. Телефон за свою цену реально хорош, я его тестировал. Походный туристический гамак с москитной сеткой. Гамак имеет размеры 2,50 на 1,30 м и предназначен для отдыха на открытом воздухе в теплое время. Туристический гамак представляет собой двойной слой ткани. Гамак крепится к высокопрочному, не растягивающемуся шнуру, средняя часть которого образует верхний свод гамака и вместе с боковыми растяжками создает его форму и внутреннее пространство. С внешней стороны гамака под молнией находится карман для размещения утеплителя и защиты от кровососущих насекомых. Несущий шнур позволяет подвешивать гамак к деревьям или к другим опорам. Удобный силиконовый чайник будет, кстати, тем, кто любит путешествовать или кто работает на стройке. Чтобы не использовать кипятильник, придумали этот чудо-чайник. Чайник сделан из пищевого пластика, также может работать как от 110 вольт, так и от 220. Объем данного чайника составляет 750 мл. Еще одним преимуществом данного чайника является функция поддерживания тепла, свойственная термопотам. Подталкивает к покупке данного товара его размер и вес. В полноценном виде размер чайника 14,5 см, а в сложенном виде 9,5 см. Вес чайника составляет 600 грамм.
Незаменимая вещь во время военных действий, стихийных бедствий, катаклизме или просто в хозяйстве – это суперфонарь 8 в одном. Данный товар поистине можно считать универсальным, так как он имеет достаточно большой функционал. Не 2 в одном, даже не 5 в одном, а целых 8 в одном. Согласитесь, очень нужный товар. Данный фонарь можно использовать в роли фонаря, лампы, FM-радио, пауэрбанка, солнечной батареи, сирены и генератора. Очень нужный товар при разных походах, при работе дома или же в гараже. С помощью фонаря можно разглядеть то, что в темном помещении. Лампу можно повесить в палатке и использовать его в роли лампочки. А с помощью пауэрбанка можно подзарядить свои устройства. Солнечная батарея будет, кстати, при каких-то летних походах или же при работе под солнцем. Удобный и оригинальный автоматический диспенсер для мыла. Аксессуар выполнен из прочной, отполированной стали. Это устройство помогает экономно расходовать средства и не является сложным механизмом. Оно сделано так, что при подносе руки к датчику порционно поступает мыло. Диспенсеры устанавливаются в ванной комнате домов, магазинов, кафе, в общественных столовых. Выглядит очень качественно и презентабельно. Поверхность не моркая, не остаются отпечатки и пятна. Такой диспенсер станет незаменимым аксессуаром для любой кухни и ванной комнаты. Просто поднесите руку к дозатору, срабатывает датчик движения, и диспенсер выдаст порцию мыла. Удобно и практично. Работает от 4 батареек 3А. А вот и конкурс. Приз. Любой товар бренда Digo на сумму $15. Ссылку на бренд смотрите в описании, там много полезных и классных товаров. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео, поделиться этим роликом в любую из своих соцсетей и оставить ссылку на репост в комментариях, ну, чтобы я смог проверить. А также пишите, какой товар вам понравился и пригодится с данной подборки, или другой любой товар, который хотите. Спасибо тем, кто поддерживает ролики пальчиком вверх. Удачного вам дня, всем пока!